Всем привет, друзья! Сегодня вы видите новую подборочку самых крутецких вещей из Китая. Как всегда, все ссылочки вы можете найти в описании под видео. Ну а тех, кто поучаствует в очередном конкурсе, ждет шанс выиграть $15 на любой товар с AliExpress. Поехали! Супер легкие слипоны с 5 пальцами понравятся тем, кто постоянно находится в движении. В них можно уверенно ходить по камням, горячему песку или по какой-нибудь скользкой поверхности, не боясь при этом заработать себе пару синяков от падений. Несмотря на мягкие материалы, эта модель способна выдержать серьезные нагрузки во время активного отдыха на пляже, а также подарить ощущение по-настоящему босоногой ходьбы. Ну а передовой изысканный дизайн обязательно вызовет улыбку у окружающих. Ну что, настало время испытать новые ощущения. Это гораздо более веселая версия популярного оловянного солдатика. Такой десантник способен легко и мягко приземлиться с любой высоты. При этом экстремалу не нужно дергать за кольцо. Купол парашюта раскроется в любом случае. Достаточно просто наблюдать за высокоадреналиновым хобби своего героя и наслаждаться бабочками в животе при виде свободного полета. Миниатюрный дрон с камерой для тех, кто хочет на чем-нибудь полетать, но не желает тратить на это целую гору наличности. Этот дрон как раз предназначен для начинающих, а версия с объективом обойдется в районе $25. Несмотря на его простоту, с таким беспилотником все же можно увидеть все красоты бетонных джунглей, заглянуть за забор к соседу, а также оценить, как паркуются нерадивые водители в вашем дворе. Собаки, как правило, любят поесть и развлечься, а катапульта для еды как раз и объединяет эти две вещи. Такая штука превращает скучную трапезу в увлекательную и интересную игру. Все, что для этого нужно, это загрузить катапульту подходящим кормом, оттянуть рычаг и нажать на кнопку. Кусочек корма полетит в воздух, а собака будет с радостью ловить его, выполняя на лету интересные трюки. Незаменимый аксессуар для комфортного купания с периодическими погружениями. Эластичная оправа таких очков плотно прилегает к лицу, а зажим и беруши прочно защищают технологические отверстия головы от попадания в них любых жидкостей. Даже если вы не осваиваете кросс или брас в бассейне, такие очки позволят сполна насладиться красотой подводного мира, ну или исследованием упругих мест у отдыхающих, в зависимости от испорченности своего обладателя. Обращали внимание на чудаков, которые летними вечерами маршируют по асфальту с лыжными палками? Это вовсе не клуб сумасшедших, а общество любителей скандинавской ходьбы. Чтобы приобщиться к банде, достаточно иметь в арсенале специальные нордики. Складные палки изготовлены из алюминиевого сплава, регулируются по высоте и комплектуются особыми наконечниками. К слову, ходьба с палками – это еще и дополнительная защита. Надоело открывать стеклянные бутылки стандартными способами? Тогда вам нужна автоматическая открывалка, которая легко и без особых усилий справится с железными крышками. Благодаря особой конструкции она автоматически поднимает крышку, для чего нужно лишь просто слегка на нее надавить. В отличие от большинства традиционных открывалок, у нее нет острых и режущих концов, что делает ее более безопасной в уже развеселевшей компании. Живой и яркий аквариум – это не только рыбы. Травянистая растительность также имеет право на жизнь и отлично смотрится в интерьере аквариума. Чтобы получить красивый подводный и зеленый сад, достаточно поместить такие семена в грунт аквариума и подождать некоторое время. Через пару недель маленькое растение образует сплошной коврик, который так нравится рыбам, а также и их владельцам. Тем, кто не любит пить обычную пресную воду, полезно приучить себя к специальной фреш-бутылочке. С такой штукой больше не придется тратиться на тонизирующие напитки, так как с этой штукой можно вполне получить неплохое освежающее питье. Достаточно положить в нижний отсек одну половинку цитруса, налить в верхний отсек обычной воды и затем весь день наслаждаться витаминизированным напитком. Мега универсальная и полезная штука для дачи, гаража или частного дома. Такое устройство, наверное, знакомо каждому, так как название фирмы ярко-желтого производителя уже давно у всех на слуху. Kirchherr K3UM – это суперкомпактная моющая станция, которая поможет избавить любые предметы практически от любого вида загрязнений. С такой штука уборка превращается в увлекательную игру, в ходе которой так и хочется отдраить все до зеркального блеска. Мощная связка ключей зачастую приносит не только моральный, но и физический дискомфорт. Избавиться от этих проблем позволит простой, но при этом весьма необычный держатель. Пользоваться таким органайзером очень просто, так как здесь все ключи сортируются буквально в пару движений. Он состоит из двух алюминиевых пластин, которые соединяются двумя металлическими болтами. В комплект входит два набора крепления, рассчитанных на разное количество ключей.
А если на вашем двухколесном транспорте до сих пор нет флягодержателя, значит пора присмотреть для байка надежное устройство. Это приспособление из металла подходит для бутылок разных размеров, легко крепится на раму и позволяет на ходу утолять мощную жажду. Пластиковые вставки по бокам не дадут велофляге катапультироваться и разбиться, правда, вряд ли спасут от зубодробительных спусков. Первое правило удачного кемпинга – это вовремя обзавестись просторной палаткой. Такая штука не пропускает воду, легко устанавливается, а места внутри вполне достаточно для комфортного размещения нескольких человек. Стоит заметить, что удобное жилище предназначено только для кратковременного побега от цивилизации. Однако, как показывает практика в странах за океаном, такая штука может неплохо использоваться и в качестве полноценного дома. Термофен по форме очень похож на обычное устройство для сушки и укладки волос, только вот для этих целей применять его не особо желательно. Как вы уже могли догадаться, от бытового парикмахерского фена он отличается главным образом мощностью и температурой потока воздуха. Этот 300-ваттный термопистолет станет надежным помощником, когда необходимо что-нибудь особенно сильно нагреть, не повредив при этом большую часть предмета. Хотите компьютер размером с планшет? Сверхкомпактный карманный нетбук с 4-ядерным процессором имеет 8 гигабайт оперативки, сенсорный 7-дюймовый экран и при этом весит даже меньше, чем полкило. Гаджет точно не подойдет геймерам. Емкости жесткого диска хватает разве что на несколько сезонов «Игр престолов» и небольшую коллекцию аудиофайлов. Однако эти недостатки тают вместе с тем, насколько комфортнее пользоваться полноценным прибором в каких-нибудь походных условиях. Жмяка Лоис, если это видео было хоть чуточку интересным, а также принимай участие в новом конкурсе на любой товар с AliExpress до $15. Условия абсолютно стандартные. Поставить лайк и написать любой комментарий под этим видео. Если оно соберет необходимое число лайков, то $15 достанутся случайному участнику, который выполнит все условия конкурса. На сегодня все. Всем удачи и пока-пока!